Тепло стало более чем в 90% саратовских домов. Городские и областные чиновники отчитались перед губернатором региона о ходе отопительного сезона. По словам главы городской администрации, на вечер 14 октября неподключенными остались 13 социальных учреждений и 243 жилых дома. Здесь отопление появится после окончания ремонтных работ, которые завершат к 16 октября. В ряде домов теплоснабжение не было подключено из-за отсутствия заявок управляющих компаний. Губернатор призвал чиновников взять под контроль проблемные дома города и области, оставшиеся без тепла, и в ближайшее время полностью наладить теплоснабжение в регионе. Если мы говорим, что 18 числа все тепло будет запущено в домах, мы должны до людей довести эту информацию, чтобы люди были осведомлены, какие процессы происходят по тому или иному дому и когда это будет пущено тепло. Потому что так не может. Высокий такой процент сегодня проделанной работы, высокий процент жилья, которое сегодня все по области имеет практически тепло, но за исключением отдельных домовладений. Поэтому эта тема требует прямого контакта с населением.